Колострум – это высушенная молозива, высушенная в мягких, щадящих условиях, с полным сохранением всех входящих в него компонентов. Тем более, что это белковый продукт. И в качестве белков там выступают иммуноглобулины, факторы роста различные. Поэтому это чрезвычайно богатый продукт. Еще один важный компонент – специфические пептиды, которые передают информацию от клеток иммунных, уже имевших контакт с антигеном, то есть с инфекцией, новым новорожденным клеткам, которые такого контакта не имели. Колострум является важным иммуномодулятором, то есть продукт, который поддерживает иммунитет во всех его звеньях. А эта система, сетевая система, даже существует такая сетевая теория иммунитета. Так что все звенья иммунитета тесно связаны между собой. И любой продукт, который должен улучшать иммунитет, должен обязательно действовать на все звенья, нормализуя, гармонизируя их. Вот так работает колострум. Поэтому применение колострума как иммуномодулятор, то есть профилактика всех инфекционных заболеваний, включая ковид, кстати говоря, и всякого рода инфекции, вроде гриппозной инфекции, профилактика инфицирования организма простейшими грибами и так далее, и так далее. Применение чрезвычайно широкое. Дело в том, что иммунитет обладает способностью снижаться под действием стресса, неблагоприятных условий окружающей среды, тем более техногенных воздействий, неправильного питания, дефицита витаминов и минералов, что является, в общем, достаточно обычным для всех регионов. Поэтому иммунитет всегда находится под прессингом. Поэтому колострум в этом отношении при ежедневном применении является незаменимым продуктом. Использовать его разумно по времени в утренние часы, то есть перед работой, перед деятельностью. Ограничений по возрасту для использования колострума нет. Я должен сказать, что в России, в прежней России, знахарки новорожденных детишек кормили молозивом. Это не колострум был, это было молозиво, в жидком виде было. Но это то же самое, просто колострум – это высушенное в вакууме молозиво. Поэтому действительно один из эффективнейших иммуномодуляторов, который, кстати, по линейке LR прекрасно сочетается с ПРО-12, рейши, коктейли и так далее. В спорте спортсмены, особенно профессиональные спортсмены, всегда живут в условиях дефицита иммунитета, особенно соревновательный, пересоревновательный период, посоревновательный период, вот из-за таких стрессов, которые им приходится выдерживать. Поэтому в спортивной практике это тоже незаменимый продукт.